Всем привет! Сегодня я вам покажу один из лучших, наверное, вариантов отцепа для зимних блесен и мормышек, который вы можете сделать самостоятельно. Для его изготовления мне потребуется любой кусочек тонкостенной трубки длиной около 4 см. Также потребуется более-менее жесткая стальная проволока толщиной где-то 0,3-0,5 мм. Еще нужен будет свинец, газовая горелка, пластилин, ну и немного инструментов. При помощи ножовки по металлу либо болгарки отпиливаем кусочек длиной 4 сантиметра и здесь делаем вот такой вот заходик, чтобы туда легко вставлялась наша проволока. Далее при помощи круглогубцев нужно сделать кольцо путем вот так вот, загибания проволочки. Кольцо делаем такого диаметра, чтобы в него с легкостью могла пролезть любая зимняя блесна. Вот что должно получиться. Дальше примерно по центру нужно сделать изгиб по 90 градусов. И в верхней части делаем точно так же загиб при помощи круглогубцев, чтобы туда спокойно могла поместиться наша трубочка. Вот что должно получиться. И низ откусываем или отпиливаем. Получившуюся заготовочку ставим на ровную поверхность. Я буду использовать деревяшку. И весь низ залепливаем пластилином, чтобы потом при заливке не вытек свинец. Сильно тут лепить не надо. Так, немножко зафиксировали и достаточно. Теперь все это дело надо залить. При заливке обязательно соблюдайте меры предосторожности, берегите глаза и руки. Ждем, когда остынет. Когда все остыло, убираем лишний пластилин. Пластилин счистил, вот уже что получилось. Теперь нужно просверлить сквозное отверстие, либо два несквозных, с двух сторон от этого вот изгиба. Слишком большая точность здесь не нужна. Намечаем и сверлим. Когда отверстие готово, убираем заусенцы. Забыл сказать, что отверстие сверлил по диаметру той же самой проволоки, чтобы она туда хорошо входила и свободно болталась. При помощи круглогубцев и песочков изгибаю вот так вот проволочку. И теперь остается откусить вот этот вот хвостик. Чтобы заправить хвостики, чуть-чуть расширяем, снимаем фасочки, чтобы не осталось никаких заусенчиков, и вставляем. Теперь необходимо все это подогнать при помощи плоскогубцев, чтобы все подходило плотненько. Подравниваем, подгибаем, и отцеп у нас, можно сказать, готов. То есть верхняя часть должна очень легко свободно ходить, чтобы в любой момент обратно опрокидывалась. В нижней части здесь у нас есть прорезь, это мы будем вставлять сюда леску, а верхняя будет как зажимчик отцеплять наши блесны и мормышки. Вот такая вот штуковина, всего лишь полчаса работы, и, возможно, самый лучший отцеп для зимней рыбалки у меня готов. Ну и теперь принцип работы вот этой конструкции. Ничего лучше не придумал. Вот, допустим, у вас зацепилась где-то блесна на дне за какую-то корягу. Берете, заводите вот сюда вот леску. И при помощи шнура, там какой-то своей удочки, опускаете до дна вот эту всю конструкцию. Она, как видите, вот так вот точно закусывает. И блесна срывается. В самом худшем случае вы можете сломать там двойник-тройник, а блесенка у вас всегда останется на месте, целая и невредимая. Точно так же отцепляются мормышки. Еще раз покажу. Допустим, где-то у вас зацепилась блесенка за какую-то корягу. Все, вы ее зацепили, она у вас там висит. Берете этот отцеп, верхнюю часть откинули, продели леску, опустили и опускаете по леске его до самого дна. Когда дошла до дна, чуть-чуть поболтали, чтобы оно пролезло, и начинаете вытаскивать. Как видите, все очень просто и надежно. Кстати, этот отцепчик можно еще и покрасить, чтобы он не ржавел в воде. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.